Ушел из жизни Масадзу Нанака, ранее признанный самым старым мужчиной на Земле. Житель северного японского острова Хоккайдо скончался в возрасте 113 лет в своем доме в поселке Осёро. Нанака родился в 1905 году. В последние годы проживал вместе со своими внуками у подножья горы Мэакан на севере Хоккайдо. Примечательно, что в рейтинге самых пожилых людей Нанака занимал примерно 30-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам.